Смочил сновку, разбил ее. Далее буду укатывать под размер, под нужный, чтобы шерсть уселась, уплотнилась. Так и получается валенка. Процесс производства валенок начинается с подготовки сырья. Шерсть к нам поступает в кипах, в мешках, в канарах. И первые операции, которые производятся, это рассортировка сырья. То есть шерсть овец бывает белого, серого, коричневого цвета. Мы вручную эту шерсть рассортировываем, потом она поступает на рвач, вот в соседнем помещении находится машина, где шерсть разрывается на клочки, а дальше она поступает вот на эти начесывальные машины. И после расчесывания шерсть вот в таком виде снимается и поступает к сновальщицам. На каждый размер валенок идет определенное количество шерсти. Сновальщица на весах взвешивает эту шерсть, вот, и начинает раскладывать на столе. Получается так называемый полуфабрикат, сновка. Далее эта сновка поступает в валяльное отделение. Ну а дальше после валяльного отделения насаживаются валенки на колодки и поступают в сушильное отделение, в сушилку на ночь. Температура там достигает до 100 градусов. За ночь валенки высыхают, их расколачивают, шлифуют. Ну и дальше поступают по назначению. Или вот наносится изображение способом фелтинг, или на вышивку, крашение и так далее. А мы себя потом сможем посмотреть? Конечно, на все. Шарикуга не поставлю.